Доброе утро, уважаемые граждане. Сегодня разберем обман. Обман на счетчиках и почему при подсчете у людей, которые делают постоянные источники энергии, независимые, то есть бестопливные, получается так. Нужно понимать, что ваты, амперы, все это чушь. На самом деле меряется нагрев провода. А если система соединена в одну, например, в одну соединяешь, ход, допустим, вот как сегодня мерил, 90 ватт на мотор. На выходе получается 5 лампочек на пол накала. То есть 252 ватта, как померил. Совокупно меряю по счетчику, совокупность. 342 ватта. Счетчик сматывает. А мотор, получая всего 100 вольт на 225 ватт, не может взять 342 ватта. Так что он перегреется. Если он возьмет 342, тогда там будет, уже будет не 340, тогда там будет выход другой. То есть получается, что счетчик учитывает все, всю цепь, но мотор не соединен вплотную. Мотор-то не соединен вплотную. Мотор соединен через вал. Он учитывает нагрев, который происходит при кручении двух моторов. Нагрев с вала, нагрев первого 90 ватт, плюс второй дает 252 с вала. Вот. А провод при этом нагревается. То есть счетчик считает нагрев. Почему это так происходит? Сейчас скажу почему. Так. Получается так. Если выход больше входа, значит выход нагревает вход. То есть сток выхода идет на вход, так как учитывает счетчик весь нагрев. То есть получается обман на этом все. Получается обман. Потому что мы смотрим что? Что эти калории. Одна калория измеряется тепло, а мощность измеряется в ваттах. А что такое ватт? Это то же самое. Один ватт, один джоуль. А джоуль равен один ньютон. То есть вся эта песня старая. То есть вычисляется нагрев. Нагрев всего. Никакой не энергии, нагрев. А сколько отсюда, откуда выходит, ему не интересно счетчику. Нагрев на проводе идет. Не беда, что здесь 90 заходит, а там 252 выходит. А он смотрит весь нагрев. Поэтому получается, что когда меряют люди через счетчик или через приборы, ну это то, они построены по тому же принципу. Например, ваттметр, амперметр и так далее. У них получается вход может быть больше, чем выход. Но когда мы ставим на выход более мощную машину, да любую, и мотор, и допустим,
что угодно, допустим, спираль тоже. Одна спираль греет вторую, допустим, один мотор толкает другой. То есть происходит работа. На выходе этой работы идет тепло, которое можно преобразовать в энергию. Через выпрямитель, допустим. Ну вот у меня преобразователь, у меня генератор. То есть генератор преобразует тепло. Значит, на выходах всех систем надо ставить генераторы тока. Тепловые, такие, как говорится, механические и так далее. Тогда эта вся энергия будет забираться. Но при этом счетчик все равно будет считать все. И что дает мотор, который только берет, а второй мотор вырабатывает. А он считает в совокупности. Поэтому получается, что мерить это не надо, вход и выход. Когда делаете замеры, изготовляете генераторы, и вот делают замеры, значит, а у них не выходит. Они говорят, закон сохранения энергии там правильно показывает. Вот. А в итоге-то что получается? Что всегда выходит больше, чем ты даешь. Если у тебя второй объект более объемный и более мощный. Например, мотор первый меньше, а второй больше. Он так и дает. Если первый, например, у меня получается разница 2,44 раза, он постоянно так и дает. 2,44. При разгоне большом дает в 3, даже в 4 раза. То есть еще инерция идет. А тут чисто мотор. Чисто мотор идет. То, что тот мотор. Здесь только одно правило, чтобы мотор, который на подачу, смог это раскрутить на его обороты. То есть он должен быть очень быстрый, инерционный. И тогда он крутит, и вот у меня 550, ну это маловато, конечно, у меня пока нет. А надо найти мотор на киловатт, возможно, такой же самый. Тяжесть, там мало кого это волнует, тяжесть ротора, вот это что он раскручивает. Плюс тяжесть нагрузки. Если раскручивание хорошее, то он, возможно, киловатт не потянет. На это я не могу сказать. Так как все это теория, когда вот то, что в 2,44 раза производство получается энергии в 3, 2,44 раза, если сила тока не превышает, напряжение не превышает 100-150 вольт. А если развить до 220, то есть на полную, то там доходит до 4. 4 раза больше. Где-то в 3,5-4. Вот. Ну это 2,44 вполне хватает. Почему не применяем в 4 раза там? Может и в 5 раз быть, смотря какие скорости. Это уже, конечно, надо применять на заводах, специально строить, которые они не хотят строить, как говорится, правители мира, а возможно у них на станции это все стоит, нас на станцию не пускают. Когда-то я работал там, не вникал в это все, просто электриком работал. Сейчас бы я вник. Ну, в общем, это не важно. Важно то, что замеры со счетчика будут всегда показывать полный цикл. Потому что тепло будет отходить от первого и от второго объекта. Но это не значит, что потребляется столько, а выходит меньше. Потребляется столько, сколько ей надо машине первой. Она на 90 ватт, допустим, потребляет. А вторая выход у меня 252. 300. То есть, поэтому по счетчику. Единственное, вырабатывается экономия, когда, у меня я показывал там в том ролике, когда идет обратка, а у ней выше ток. И тогда этот ток с обратки притормаживает ток, который идет с этого, с сети. Почему получается 50-70% экономии, я тут показывал ролик на том сайте.
посмотрите, Грек Владивосток здесь, Грек Владивосток СССР. Там это все показано. Вот. То есть, значит, мы делаем, отсоединяемся от сети. То есть система уже, как говорится, готова. Отсоединяем от сети и подключаем на батарейку, ну, или на что-то другое. И тогда у нас уже видим, что с батарейки выходит. С батарейки уже выходит. Только на мотор. То уже оно не выходит. По амперам-то оно выходит, теплота-то есть, но батарейка дает только то, что ее тянет. То, что тянет. А тянет только 90 ватт. Поэтому отдельно делаем. Сейчас у меня вот одна батарейка есть. А надо еще вторую. Заказал в Китае анистеры, жду. Ну, в общем, сегодня передача на тему того, что по счетчику считают нагрев только. Поэтому он всегда будет показывать нагрев, а не сколько потребили. Вся смысл в том, что нагреваясь, одно тело нагревается, и нагревается следующий, например, мотор или там еще что-нибудь, печка. И энергия второго тела, святого тела, мощнее, всегда больше. А вот это скрывают, вот на этом обман идет, и так устроены счетчики. А на деле там, возможно, платить давно не надо. Потому что много у нас систем, которые вырабатывают больше, чем отдают. То есть больше, чем берут. Но это не учитывается. Почему? Потому что никто не собирает тепловую энергию, которую вырабатывает электропечка, там спираль. Вот. Холодильники сзади греются. Ее не собрать трудно. А вот если вот поставить генератор, тогда проблема решается. Генератор, и еще надо пару батареек, или если батарейки не смогут быстро заряжаться, и они. Все. На этом заканчиваю. До свидания.